Привет, девочки. Мы все так же болеем. Что-то мне вообще не легче. Ну, может быть, чуть-чуть и легче. Но еще фигово. Я сейчас хочу попить чай с леденцом, с медом и прополисом. Ну, не знаю, его эффективность поденька куча, потому что я его покупала в фикс-прайсе, по-моему. Ну так, типа как с конфеткой попью чай. Потому что вот сегодня именно мне захотелось пить прям. Не поверите, у меня нету сил даже мыться. И вот ходить по дому что-то делать. Вообще. А у меня есть. Можно тебя показать? А у меня есть. Можешь тебя показать? Нет. Не хочет. Вот девки, девки. Что ты мне... Я выложить хочу в YouTube. Что-то вот у меня такого, я вообще не помню, что у меня такое было. Правда. Это вирус, я такой подхватила. О, горяченькое, это хорошо. Сейчас. Еще сегодня, надеюсь, завтра я этот... Это слава богу, у меня, представляете, на работе машина сломанная. Поэтому не надо ходить забирать заявки. Ну, типа, я даже не отпрашиваюсь. Я по-любому так и так дома сижу. Это мой хвост. Ой, Юля улыбается уже, значит, чуток получше. Я знаю, мне надо больше пить жидкости, больше жидкости, больше жидкости лежать. Дай мне эту леденец. Сына. Знаете, девочки, что еще покажу? Пока, короче, болела. Пока вот это у Витька, когда было прям сильно, я хоть на ногах более-менее была, я и в аптеку бегала, и везде, и всюду бегала. Короче, помните, я вам все показывала, что я вижу? Так вот, вот что получилось. Надо еще один рукав вязать. Но мне ее надоело, когда вот одно и то же долго вяжешь, оно, короче, надоедает. И, а у меня лежало же вот такой переход на рукав. Блин, я вообще обалдела. Мне понравилось. И вот такой рукав. И вот она короткая, короче, получится кофта. С таким красивым ажурным рукавом. И я все-таки довязала вот эту вот кофту свою. Я же вам показывала, сначала она была как жилетка вообще без рукавов. Потом я связала один рукав. И сейчас я связала вот уже все, два рукава довязала. И вот у меня связана вторая кофта, это которая вот кардиган. Вот такой вот кардиган, он уже довязан. Просто нужно убрать лишние вот эти вот нитки, короче, спрятать. Ну вот, как-то так. И я ее провязала просто ниткой. Чё, тут видно, не видно? Да, вот должно быть видно. Просто черной ниткой провязала. Теперь это все нужно провязать вот такой вот нитью. Вот и все. Прикинь, я недвижку купил, у меня по 7 тысяч доходов. Молодец. Бабамс, 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 бабамс. Видосик, видон у меня, короче, как всегда. Как обычно. Я вот скоро приду к тому, что я буду в бальных платьях снимать свои видео. Красавицы писаные. Ну, девочки, только не сегодня. Дай мне этот леденец. Да вот он. Кипяток. Вот такие леденцы с прополисом. Ужасно. Невкусно. Потому что с прополисом. С утра проснулась, у меня вообще голоса не было, представляете? Ладно, девочки, в общем, все нормально. Мы поправляемся с Божьей помощью потихонечку. С помощью таблеток. Вот. Витюша лучше. Витя у нас отпаивается вот таким вот соком. Да пипец просто, тархуном. Угу. Что, реально? Во! Реально? Во! Я тебе серьезно говорю. Во! Я тебе серьезно говорю. Вообще офигел. Я вообще думала... У тебя было состояние, что ты умираешь? Нет.
Нет? Нет. Его, это, знаете, вам рассказать, это кошмар, я такие не ужасы. Не надо рассказывать, всё, давай завершай, пока я твой телефон в окно не выкину. Короче, просто он меня сильно напугал. Всё, пока, всем до свидания.